Hello, Ungoogleable. Welcome to your life. Today is beautiful. Would you like to help out with that tonight? Oh, no, I think we'll be fine. Where's the... свою архитектуру, потому что они настолько были затеряны в джунглях, что английские колонизаторы их не нашли. А вот Англия, они много чего перестроили, в том числе и в Индии, понятно? А Бирма совершенно не тронута, поэтому исторические археологи или археологи-историки очень любят ездить в Бирму. А почему они сами свою Бирму не перестраивали? Кто? Там живет. Жители Бирмы, так они поклоняются своим зданиям. Зачем их перестраивать? Так же, как русские не перестраивают Кремль. А он не очень удобно построен, Кремль. Его, по сути, надо перестраивать. Основные башни сохраняются всегда. Хотя они мешают и дорогам, и все. Так, ну что, едем? Едем, а то мы Let's не успеваем. Анжела, ну ты одеваешься, ну что ты в майке-то сидишь? Учитель, получается, извернулся и облизать сидела. Надо причесать, потому что не сидит это все на сердце. Вот и не трогайте их. Сказано, не гладить, а ты все ее гладишь. Я сейчас вижу, что смотрю. Совсем гладить несколько по часов. Ну и все равно, и сейчас не надо. Я говорю, она разворачиваться умудряется. Подруга, кто тебя на Франции тоже приглашала. Вот эту, которая душистая. Правда, для Пати полноценно еще холодно, чтобы в бассейне купаться. Но тусоваться там запросто. В джакузи ноги мочить и болтать. Не пойму, это какая улица? Это вот улица. Почему? Хочу. Ну, с кем как дружить? Вот что вы к ней пристали, когда у нее такое настроение? И мороженое она не хочет, и форму она не хочет, а вы ей друзей втрюхиваете. Потому что чего не втрюхиваем, просто сказали. Думали сегодня, что почему-то она не приглашает друзей. Я считаю, что все должны быть в доме. Я и ваших друзей всех запускала, и Анжелкиных всех позвала. Можно с собой. Да? Я, кстати, не помню, там был холодильник в нашем последнем отеле или нет? Был. Он был просто спрятан. Был в шкафу. Я помню, что в первом мы еще кашу варили, а во втором, по-моему, уже не варили. А сейчас варили. Поедем, будем варить. Мы его во втором варили. Еду не буду покупать. А Силамаре все дорого. Я вам гречку варила. Вот, хорошо. Значит, сейчас опять будем. Сейчас будем что-нибудь другое варить. Можно гречку с картошкой. Хорошо. Рабство, да. Ну да, они это любят. Еще была женщина, которая читала поэму. Девочка. Как читала? Она ее представляла, считывала мгновенно с телефона. Здорово. Ну, представляла, неплохо. Наверное, в театре снимается. Мне попала какая-то краска. Черная. Это не позвонили из галереи? Они сказали, девочка, что это Сен-Сен нету. Там рассказывают через неделю. Им некоторые картины Жилки не понравились. Девочки, которые нашли. Thank you.
today was a wonderful day. Please come back tomorrow. Red, blue, green. Mic check 1, 2. Congratulations. You reject the good enough. You reject words like symbolism and postmodernism. Obsolescence is not part of your vocabulary. Every night, every day, every step of the way. The diktat of fashion. The agenda of the color wheel. Gone. It takes more than a pretty face to catch your attention. I repeat. It takes more than a pretty face to catch your attention. Good. That is very good. We are source decoded. For you. For the most perfect moisturizer. The most advanced cosmetic lineup. Scientifically proven, scientifically tested. For you. Congratulations, calibration completed.